Ну что ж, в общем-то, полуфинал, можно сказать, открывает практически весенний такой период игр, хоть еще и зима у нас на дворе, но погода на самом деле весенняя, теплая. Будем надеяться, что зима уже не вернется совсем. Будем радоваться весне и готовиться к финальной игре. Сегодня сразятся 8 команд. Право выйти в финал и сыграть на этой сцене финальную решающую игру получит всего 4. Ну а кто эти 8 бойцов, можно сказать, познакомимся прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте, команда КВН «Кунгаичи», город Белгород. Сборная Староскольского индустриального техникума «Староскол». Куда же без еще одной команды, команды нашего уважаемого жюри. Итак, сегодня судить игру будут следующие замечательные люди. Заведующая отделом культурно-массовой и досуговой деятельности Дворца культуры «Строитель», актриса народного коллектива театра «Гротеск» Ирина Ушакова. Член сборной Губкина и Староскольской команды КВН-РСВ, участник центральных лиг женских фестивалей, возродитель, можно сказать, Губкинской открытой лиги КВН «Знак качества» в ее нынешнем состоянии Сергей Шашков. Председатель Совета молодежи Лебединского ГОКа и дочерних предприятий Владимир Евдокимов. В прошлом КВНщик, руководитель, так сказать, координатор Староскольской юмористической лиги «Осколок», дорогие друзья, начальник управления по делам молодежи Староскольского городского округа Андрей Валерьевич Чесноков. И председатель нашего жюри, начальник управления молодежной политики Губкинского городского округа Алексей Валерьевич Шарпила. Ну что же, все познакомились, я думаю, лица знакомые как и в зале, так и на сцене. Команды, ни пуха, ни пера, отправляйтесь готовиться.